4-5 ароматов я вам представил. Из них хочу выделить сержитанца, потому что сержитанца я очень люблю. Если вы еще не знаете, кто это, познакомьтесь, почитайте в интернете и послушайте ароматы. Кто еще не видел Алешу, то советую посмотреть. Вот я даже сейчас на его канале. Канал называется Love Parfum. Таз радует глаз. Что еще тут у нас есть в тазе? Очень, кстати, необычный и крутой аромат. От марки Мюнглер. Я подарю такой набор. Ну, он же скромноватый, но, по крайней мере, тут есть 6 ароматов. Есть вообще с чего начать, да, есть над чем подумать. Приветствую вас на своем канале Love Parfum. С вами Алексей, и это мой парфюмерный новогодний таз, который в Новый год будет радовать ваш глаз, мой глаз и ваш. Ну, давайте поднимем бокал, господа. С Новым годом, с наступающим. Хочу сказать спасибо вам огромное, мои зрители, что вы весь год были со мной, что в этом году зрители были очень активными. Год был достаточно для меня очень сложным в плане блогинга, потому что мне пришлось многие моменты пересмотреть, удалить многие видео старые того года, либо перезаписать заново, либо вообще их убрать, их нету сейчас, да, так как, ну, я посчитал, что все-таки можно вести было гораздо лучше, время идет, я набираюсь опытом, и с каждым видео, наверное, блог становится все лучше и лучше и лучше, это видно по вам, вы активно с нами подписываетесь, вы активно комментируете, поэтому огромное вам спасибо. Такое вот видео начинается с поздравления, потому что, ну, как без поздравления, Новый год на носу. Год собаки, да, у нас, надеюсь, все любят собак, я люблю их я, и год собаки. Собака принесет, да, за собой много-много подписчиков, много комментариев. И все будут довольно счастливы. Очень много было всяких розыгрышей в этом году, как начал я коробочки раздавать. Коробочки все закончились, к сожалению, но периодически я еще провожу различные конкурсы и думаю, что следующий год будет тоже достаточно насыщенным. Цель у меня сейчас набрать как можно больше подписчиков тоже. Чем больше подписчиков становится, тем они быстрее растут. Поэтому, ребята, огромное спасибо, что вы со мной. И по-прежнему рекламируйте мой канал, рассказывайте своим друзьям и близким, чтобы они тоже подписывались. И, конечно, у меня глобальная цель за год, за 18-й, попробовать дойти к 10-ке. Как вы думаете, получится? Получится, если вы мне в этом поможете. Последний раз я разыграл денежный приз, там маленький, 500 рублей. Ну, я еще буду денежные призы разыгрывать, потому что, в принципе, почему бы и нет? Вы купите ту же парфюмерию, может быть, и потратите на свои нужды. Что еще хотелось сказать? Ну, в общем, пахните в 18-м году вкусно. Дарите парфюмерию друг другу, это так классно на самом деле. Будьте парфюм-маньяками, становитесь парфюм-маньяками. У вас все больше и больше становится все как-то все парфюмерия все доступнее, все интереснее становится. И смотришь уже раньше, кто-то вообще интересовался, а сейчас очень ее любит. Это очень такая интересная тема. И в этом году будет последний таз на показ, потому что уже время поджимает. Так нашел время, чтобы вас поздравить и записать это видео. Кстати, кто хочет поддержать канал, да, на день рождения, вот мне около там 2000 скинули, огромное спасибо, да. И, ну, как бы я с этих денег, конечно, развиваю канал, покупаю парфюмерию. И непосредственно не беря в счет, да, там, потому что я все-таки, у меня на YouTube канале подключена партнерка. И какая-то там, конечно, копеечка мне тоже падает, но там очень мало рекламы, да, может быть, вы видели в ролике. Вот если вы смотрите эту рекламу, то значит мне падает копеечка. Так как у меня очень мало подписчиков, и так как у меня мало очень лайков, просмотров и комментариев, то заработок там буквально никакой за 2 года там вообще смешные деньги, около 1000 рублей. Ну, 2 года будет каналу скоро, тоже будем отмечать. И подарками. Я думаю, ну, очень долгий, да, трёп, наверное, давайте закончим. А, внизу, да, кстати, есть номер карты Сбербанка, если вам неудобно, напишите, я могу там номер биткоин кошелька скинуть. Там, какой еще можно, Киви, Яндекс. Если у кого-то есть пожелание, да, поздравить на Новый год, то я буду рад любой, даже любому рублю.
Если же нет, то просто ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, пишите любой комментарий. С наступающим Новым годом. Эдуард, надеюсь, все уже загадали желание. И Дед Мороз, я думаю, исполнит его. Может быть, Вселенная. Ну что ж, погнали. Пожалуй, начнем с аромата Эрмес Сады Муссона. Как еще после дождя называется Жан-Клод Элен путешествовал в Индии, насколько я помню, там полил сильный дождь. И после дождя он вдыхал этот аромат, именно это его зацепило, и он создал этот чудесный аромат. По-моему, сейчас насчитывается около 5 ароматов в коллекции сады от марки Hermès. Аромат унисекс, но он действительно такой очень холодный, в то же время теплый. Причем как вот эта зона выделяется, допустим, дождя. Такой вот аромат своеобразный, пар, дым. И представьте, это все в джунглях каких-то. Очень много всяких различных тропических деревьев, тропических растений входит в состав этого аромата. Ну, честно сказать, сады Среднеземноморья, сады Нил мне нравятся больше, чем сады Муссона. Поэтому, может, вам больше пишите в комментариях. Так. Что мы еще дальше? Давайте посмотрим аромат от Серж Лютанса, ниша парфюмерия. Это отдельная коллекция, отдельная линейка у Сержа Лютанса. Лё, она очень легкая, она очень тонкая, очень нежная. Ароматы чистоты, ароматы такого чистого белья, отглаженного, отстиранного, какого-то порошка, вот когда вы вытаскиваете из машинки вещи. И вот этот аромат свежести, чистоты. У марки Байреда тоже есть аромат чистоты. Здесь чем-то они схожи. Это совершенно отдельная коллекция, и там насчитывается, по-моему, около 3 ароматов, насколько я помню. Это один из них. Немножко такой какой-то древесинный, то, что в состав входит кедр. Очень красивый аромат. Поэтому его вот я вам советую послушать. Тоже, кстати, 2 аромата унисекс. Как мужчинам, так и женщинам подходит. Давайте поговорим про Нарцисса Родригес. Нарцисса Родригес, Лё Фофио. Это женский аромат Нарцисса Родригес. Очень много любителей есть Нарцисса Родригес, но честно, я не в их числе. Очень много комментариев запиши про видео про Нарцисса Родригес, но Нарцисса Родригес, мне, к сожалению, недоступен. Вот они такие какие-то мускусные. Но такой мускус, он иной, как в других, да, парфюмах. Он каким-то таким облаком. Облачный такой какой-то вот он, дымный. Это Лё, более такая легкая версия, какая-то даже немножко слегка цветочная. Но я не тащусь по ним, но прям девушки некоторые там, вау, там Нарцисса, Нарцисса. Ну да, своеобразная марка, интересно, но почему-то вот все ароматы, они как-то идентичны. Поэтому я как-то не особо ее люблю, ни мужские, ни женские, как-то не знаю. Так, что еще сказать? Гуччи Премьер, женский аромат, вот так он выглядит. Он, кстати, с нотками шампанского. Он такой аромат праздника, аромат какого-то волшебства. Он свежий, немножко нейтральный, слегка цветочный. Что-то такое Дед Мороз на ней едет. Очень красивый, приятный, но как-то, конечно, не очень стойкий. Он такой аромат праздника, но на троечку. Что у нас тут еще? Давайте о чем еще поговорим. А приезжаем к Yves Saint Laurent. Очень красивый аромат, красивое название, красивая реклама. Он очень легко такой цветочный, легко сладкий, такой очень легкой сладости. Он не приторный, как другие ароматы. Такой слащавенький. Такой играющий такой аромат. Мне кажется, подойдет таким начинающим девушкам, да, кто только пользуется парфюмерией. Такой простой, легкий. Но мне он нравится, я вот его почему-то люблю очень. Мне приятно слышать его на девушках. Он, конечно, напоминает все те сонораны, которые были раньше женские. Вот этот там в форме шара, Baby Doll, по-моему, Young Sexy Love. Вот то все как бы ушло с рынка, но оно есть, но в малых количествах. А вот на смену пришла прижанка. Прижанка, хотя уже тоже очень старенький аромат, поэтому я даже не помню, какого года. То ли 12-го, то ли 11-го. Они везде лучше, кстати, есть. Ну, наверное, пожалуй, сегодня хватит. На сегодня хватит. Пожалуй.
раз, два, три, четыре, пять ароматов я вам представил. Из них хочу выделить «Серши танца», потому что «Серши танца» я очень люблю. Если вы еще не знаете, кто это, познакомьтесь, почитайте в интернете и послушайте ароматы. Выделю парижанку, женский аромат, и выделю все-таки «Гуччи премьер». Давайте мужской дальше какой-нибудь найдем один, а то что-то я мужчин совсем мужиков отбью нормально. Да тут ничего в тазе не осталось. Ребят, вот много, мне таз был. Вот такой вот аромат мужской от марки SMR Ferragamo. Я тоже сейчас не знаю, как он. Attimo. Он такой, знаете, обычный сладко-древесный аромат. Ничего лишнего. Точнее, наверное, все лишнее. То, что я его не оценил. Это, кстати, последний аромат в моем тазе мужской, поэтому, если вы хотите, чтобы в тазе были мужские ароматы, присылайте, я очень буду рад. К сожалению, все. Его тоже я не выделяю, вот такая получилась у нас великолепная шестерка. На этом я заканчиваю свой блог. Наверное, в этом году я уже не выйду. Я просто за весь год очень устал. Конечно же, я написал письмо Деду Морозу. И жду, буду ждать подарка. Что-то я совсем в этом году прям устал. Столько я видео записал, очень много обзоров я записал на разные парфюмерии, очень много всего-всего было. Очень много комментариев, очень много подарков, очень много всего-всего-всего. Просто я даже немножко захотел вздремнуть. Здравствуй, Алёша! С наступающим тебя! Как ты и просил, я принес тебе большой таз. Я очень долго наблюдал за тобой весь год. Через YouTube. Кто еще не видел Алешу, то советую посмотреть. Вот я даже сейчас на его канале. Канал называется Love Parfum. Таз радует глаз. Ну просто посмотрите, какой у него маленький таз. Ну что это за миниатюрки у него там? Ну что это такое? Поэтому я принес ему настоящий большой таз. И хочу поздравить вас и Алешу с новым 2018 годом. Годом собаки. Собаки у меня нету, конечно, в мешке. Но есть таз! Сейчас мы его достанем с мешка. Таз-то твой, Лёша. Вот он таз, который радует глаз. Посмотрите, какой большой таз. Лёша, посмотри, какой тебе таз принес. Ну что ты не рад, посмотри. И таз-то будет не пустой, а будет с хорошими парфюмами таз-то твой. Поэтому сейчас я достану все из мешка. Какой интересный. Я даже такой не знаю. Что это за пианино? Класс. А это что? Наркоманы, что ли? Опиум какой-то мне тут. В общем, я, Лёша, усыпаю тебе и уезжаю. Дальше у меня еще много YouTube-каналов впереди. А вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Смотрите Love Parfum и будьте счастливы. До новых встреч! Приветствую вас на своем канале Love Parfum, с вами Алексей, и вы смотрите парфюмерный таз на показ, или же парфюмерный таз радует глаз. И, пожалуй, начнем с ароматов. Вот это мой любимый, один из моих любимых ароматов, Comme des Garçons. Он у меня есть в коллекции, с ароматом пороха, с ароматом кремния. Он такой зеленый, такой просто безумный, сумасшедший. Я очень его люблю и даже, пожалуй, хочу сейчас... Также один из моих любимых ароматов
Это Джон Варватос, рок, лимитка. Очень мужественный, грубый такой, сексуальный, очень такой жестковатый и в то же время мягкий мужской аромат. Так, далее едем. Coco Noir, женский аромат от марки Chanel. Очень восточный, очень такой насыщенный, очень шлейфовый. Ни один мужчина не пройдет мимо вас. Далее, мужской аромат Opium от марки Yves Saint Laurent. У меня прям упаковочки новенький. Это тот еще злодей. Он настолько шлейфовый, настолько стойкий. Ароматы того времени были такие очень насыщенные, очень грубые. Очень восточный, очень сильный, очень мощный. Но, к сожалению, я не любитель этого аромата. Но есть, я знаю, очень много, кто любит его. Пишите в комментариях, если вы таким являетесь. Так, что у нас тут есть еще? Ателье Колонь. Встречайте остаточки. Роковой ветивер аромат называется. Один из моих любимых ароматов – унисекс. Но, на мой взгляд, он все-таки больше мужской, чем женский. Потому что он прям, ну, вот, прям настолько в нем ветивер играет, как будто какая-то вот механизм часов вот так вот, знаете, крутится, крутится, крутится. Все это, весь этот механизм, как будто вот в этом аромате прям так играет ветивер, он так звучит. Это одно из самых лучших решений ветивер, да, вот такой вот. Одно из лучших решений в этом. Один из лучших ветиверов в этом аромате. Так, 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 так. Балдассарини. Честно, не помню, как даже называется. Секретная миссия, по-моему. Ребята многие просили сделать на него обзор. Но вот как-то честно, аромат вообще ни о чем. Он непонятно какой. Ни свежий, ни сладкий, ни кислый. Я даже не буду останавливаться. Что еще тут у нас есть в тазе? Очень, кстати, необычный и крутой аромат от марки Мюнглер. Этот аромат с такой соленой нотой, с нотой икры. Я ничего подобного давно не встречал, и этот аромат мой любимый. Но, к сожалению, сейчас нет на российском рынке, это последние остатки. Соленый, он с инжиром, он напоминает пальп-аромат, который от Байреда, кто знает. Советую всем. Что у нас тут еще есть такого интересного? Кельвин Кляйн. Нет, Кельвин Кляйн не хочу рассматривать. Смотрите, какой из Балдассарини. Дель Мар, ничего себе. Это лимитка далеких 2000-х. Морская такая свежесть. Переносит нас куда-то в лето на пляж. Классные ароматы. Еще у меня есть один бомбовый аромат, который я хотел отметить. Это Yves Saint Laurent Live Jazz. Вы видели вообще такой аромат? Вы слышали про него? Вот это клавиша. Аромат для музыкантов. Он настолько своеобразный, необычный, интересный. По-моему, сейчас переупакован. Кто не слышал еще, обязательно его послушайте. Ну а на этом мой таз подходит к концу. С вами был Алексей. Не понял. А, я же блог записывал. Ребята, я немножко тут уснул. Я просто очень устал. Чего-то ничего не пойму. Новый год же, да, у нас? А сколько времени? Где мой таз? Это не тот таз, ребят. Видели? Это вообще, это что за таз? Как он может уже радовать глаз? Мне другой таз радовал глаз. Вы видели это? Или мне приснилось? Представляете, мне приснилось, как будто пришел Дед Мороз. Я же ему письмо писал. И я писал письмо, что хочу как-то апгрейдить таз свой, да, на показ, чтобы зрителям радовал глаз. И тут такой просто таз был, там не миниатюрки были, а целые там парфюмы большие. Вообще просто. Вот бы этот сон воплотить в реальность. Ну да ладно. Будем довольствоваться тем, что есть. Вот такой вот у нас сегодня был парфюмерный обзор новогодний. Таз на показ. Хочется еще раз за вас за всех выпить и пойти отмечать уже Новый год. Меня уже друзья ждут, наверное.
Я не телефон. Немножко просто отрубился. В общем, подвели итоги. Подводя итоги. В этом году было очень мало, кстати, нормальных ароматов. Можно записывать долгое видео, но оно и так получилось слишком длинным. Поэтому, ребят, огромное спасибо, что вы со мной, что вы смотрите меня. Еще раз благодарю всех. Я с вами, в общем, я за всех за вас. А вы со мной. Вот эта майка, это Кинзо. Ну, мне просто подарили ее, когда, в общем, я снимал обзор на... Короче, это все долго. Давайте, вот эта майка, она ну, как-то немножко не маловато. Все-таки это, наверное, такой больше женский вариант. Ну, да, типа унисекс. Вот эту майку я разыграю. Ровно месяц вам даю на то, чтобы вы просмотрели это видео, поставили ему лайк, написали комментарий, конечно же, добавились друзья. И ровно через месяц, где-то 30-го там, января, я разыграю эту майку. Она очень крутая, она очень прикольная. Будет радовать ваш глаз. И первому написавшему комментарий сейчас под этим видео я подарю такой набор. Ну, он же скромноватый, но, по крайней мере, тут есть 6 ароматов. Есть вообще с чего начать, да, есть над чем подумать. Кто вообще не знаком с парфюмерией, может начать знакомиться с такого бренда, как Mary Kay. Ну, подарили мне вот этот набор, ну, как бы, а я решил его вам передавить. Я думаю, что вам в любом случае будет приятно. Поэтому первому написавшему комментарий под этим видео я отдаю вот этот набор. Ребят, ну прям безумно хочется вас всех поздравить, обнять. С Новым годом всех. Помните, что ароматное путешествие во времени. Всем пока.